Хасанский район. Необыкновенная красота, от которой захватывает дух, сердце выпрыгивает от восторга, а душа наполняется равновесием и спокойствием. На одной из сопок, недалеко от Славянки, раскинулся корпусами новый гостиничный комплекс с таким греющим воображение названием «Теплое море». Это отвечающий мировым курортным стандартам отель с полным набором достопримечательностей категории нескольких звезд. Выходишь в фойе на открытую террасу и чувствуешь, что попал за границу. Вот такое непривычное для Приморья впечатление. К размещению гостей представлен отличный выбор. 2 корпуса и 4 коттеджа. Все номера с видом на океанский простор. Ощущение такое, что ты паришь над этим удивительным морем и грядой островов. Однокомнатные номера категории «Стандарт», номера с 2 комнатами категории «Бизнес» и «Студия», 3-комнатный номер с 2 спальнями и гостиной, просторные апартаменты в 2 уровня. Коттеджи в 2 этажа – это особое, сверхкомфортабельное предложение. Комплекс принимает гостей круглогодично, потому что теплое море здесь всегда. Независимо от сезона и погоды, 2 бассейна с проточной морской водой, открытый и крытый, держат температуру воды 27 градусов. Открытый с мая по ноябрь, а крытый всегда. Просторный крытый морской бассейн обрамлен стеклянными витражами и частично стеклянным куполом. Это присутствие рядом природы, ощущение живого моря, которое граничит с видом на сопки, небо и морское побережье. У моря обустроен живой пляж отеля. Берег каменистый, и на глубину ведут ровные дорожки. Площадка пляжной зоны выровнена и засыпана песком. Установлены лежаки и зонтики. Место для пикников к вашим услугам. На 1-м этаже главного корпуса расположен просторный, уютный ресторан с открытой летней террасой с видом на морские горизонты. Как и положено во всех отелях мировых стандартов, в стоимость проживания включены завтраки – шведский стол. Что касается обеда, в зависимости от наполняемости отеля – шведский стол, комплексный обед или заказ. В вечернее время ресторан работает в традиционном режиме. Здесь принимаются свадьбы, юбилеи, корпоративы. Для деловых встреч, проведения презентаций есть конференц-зал. Территория комплекса оборудована спортивными площадками. Это футбольное поле, теннисный корт, баскетбольная и волейбольные площадки. В зимнее время каток и детские тюбинги. В главном корпусе есть хороший тренажерный зал, новые современные тренажеры, бильярдный зал, классическая уютная атмосфера со спокойной музыкой и массивной роскошью бильярдных столов. На одной линии с бассейном расположены финская парная и турецкая баня – хаммам. Отель позаботился и о детях. Несколько детских и спортивных площадок по всей территории, от моря до корпусов, детская комната с играми, конкурсами и мероприятиями. Для гостей отеля организованы автобусные экскурсии, морские прогулки на катерах, конечно, рыбалка. Теплое море. Лето круглый год.